Здравствуйте, меня зовут Александр, мы с вами находимся в центре INBI. И я сегодня попробую первый раз позаниматься тайцзи-цюань с веером с нашим инструктором Ириной Константиновой. Меня зовут Ирина Константинова, я являюсь инструктором клуба INBI. И сегодня мы вместе с Сашей попробуем провести занятия с веером. Основное, конечно, это тайцзи-цюань. Тайцзи-цюань пришло из Китая. И одно из направлений в тайцзи-цюань, в формах, также выразилась практика с веером. Практика с веером считается достаточно сложной, потому что здесь мы работаем уже непосредственно с оружием. То есть веер является оружием, хотя изначально он был сделан из рисовой бумаги в Китае. Вот. Но в процессе эволюции жизни человека веер стал более серьезным оружием, даже железным. То есть раньше веер был и с наконечниками, с копьями и так далее. То есть мы сейчас имеем такой более жесткий вариант. Он достаточно громко открывается и закрывается. И у нас есть такой более спортивный вариант, скажем, веера, такой тренировочный. То есть он сделан из реечек деревянных, то есть с ним также можно работать. То есть мы в основном работаем с таким вариантом веера, сделанных из реечек. То есть он более легкий и легче открывается, звук немножечко другой происходит в том числе. То есть мы сегодня попробуем поработать с более легкими вариантами, ну и когда будем уже делать форму, вы увидите форму также и с железным веером. То есть услышите немножечко его по-другому, может быть, почувствуете немножечко другую вибрацию. Считается, что веер ловит ветер, веер является женским предметом, и веер ловит 5, то есть с помощью веера можно собрать 5 основных ингредиентов: земля, огонь, вода, дерево и металл. То есть веер собирает эти 5 ингредиентов, увязывает их через работу человека внутри этого тела и преобразовывает. Но это уже больше философия. В Китае занимаются этим и мужчины, и женщины на площадях, на открытых везде, где вот есть место. Ведь занимаются и тайцзи, и тайцзи-цюань с веером, и тайцзи с мечами различными, и с шестами и так далее. То есть существует очень много направлений, но женским является, в принципе, веер. Ограничений по возрасту нет. Более того, вообще занятия по тайцзи сами по себе, неважно, с веером, без веера или там без всего, они помогают гармонизировать тело, гармонизировать ум и выстроить внутреннюю такую опору, которая впоследствии помогает уже людям и учиться, и работать, и вообще проживать правильно эту жизнь. Скажем так, если у вас пониженное или повышенное давление, то занятие по тайцзи, и в том числе с веером, оно у вас нормализует его. Если у вас болит голова, вы позанимались, и она у вас пройдет. То есть я опять-таки говорю, что настолько хорошо наполняет и просто достаточно, то есть ничего сложного в этом нету, достаточно просто, наполняет хорошо энергией все эти занятия, то есть и человек себя после этого хорошо чувствует. Если вы занимаетесь постоянно одним и тем же, вас, конечно, там начинает переклинивать куда-то в одну сторону. Нужно всесторонне развиваться, заниматься. Тогда будет правильно, грамотно. То есть даже если вы занимаетесь помимо этого еще йогой, это очень хорошо. Там занимаетесь танцами, прекрасно. Занимаетесь там еще какими-то кикбоксингом, вообще волшебно, да. Я узнаю, что Саша занималась в свое время. Вот сегодня у нас будет уже такое простое занятие для новичков. Попробуем, позанимаемся. Если возникнут какие-то вопросы, вы нам их зададите. Веер опускаем полностью вниз, причем держим его таким образом. Он должен по-хорошему находиться в центре ладони. Мы удерживаем последними пальцами его и накладываем большой палец сверху на реечку. То есть удерживаем, когда открываем веер, мы удерживаем его большим пальцем. Все остальные свободные пальчики. Попробуем. Да. И удерживаем за первую реечку. За первую реечку. Можем потренироваться. Раскрыли, закрыли. Еще раз раскрыли. Причем веер должен находиться опять-таки в центре ладони. То есть он лежит в центре ладони. Немножко. Да, так правильно. То есть веер лежит в центре ладони. Сейчас закрыли, опустили руку вниз, собрали веер. Немножечко прочувствовали его, смотрим перед собой.
сделаем такое упражнение. Подсели, колени подсогнуты. Перед собой поднимаем руку. И на себя раскрываем дверь. И также закрываем. Опускаем вниз. Еще раз. Подсели, одновременно руку перед собой. Раскрыли. Раскрыли веер. И точно так же закрыли. Пробуем, опускаем вниз. Еще раз. Вытягиваем тело вверх. Полностью вытягиваем тело вверх. Внимание опускаем вниз живота. Дыхание животом. Подсели. Перед собой руку. Слегка как бы подсаживаемся, за счет этого раскрываем веер. Хорошо. Слегка подсаживаемся, за счет этого закрываем веер. И опускаем. И поднимаемся вверх. Дальше. Переносим вес на правую ногу, подсаживаемся, левая на носочке. Шаг на ширину плеч. Подсаживаемся, переносим вес на левую ногу и перед собой поднимаем руки. Вес просто на левой ноге, правая стоит полностью. Дальше. Делаем шаг в правую сторону правой ногой. Шаг. И одновременно с этим перед собой руки идут по кругу. Собираем стопы вместе. Успокаиваем сознание. Дальше. Поясницей вправо. Отводим немножко руку назад с веером. Возвращаем поясницу обратно. И раскрываем веер параллельно земле. Хорошо. Опускаем. Еще раз. Полшага влево. Стопы вместе. Подсели. И раскрыли стопы. Успокоили сознание. Дышим низом живота. И вес на левую. И шаг вправо. И перед собой руки по кругу. Собираем стопы. И поясница вправо. Отводим руку. И возвращаем. И раскрываем. Хорошо. Пускаем.